и там всякие разные. Так вот, главное, что должно быть ядро. Вот я говорю по ядрушку, то по кварцевому они все равно шли. Кварцевый. Черный, белый. Белый, какой угодно, но обязательно кварцевый. Да, сам материал, потому что из него. А уже потом вот, ведь занорыши были, вот последний занорыш до перестройки взяли, вот видели в музее Мурзинки кристалл этого Мариона. Это на Голодной взяли, ишь, друзы. Она сейчас в Гохране, если ее не украли. С топазами-то, 30 топазов на Марионе наросши. Представляете? Так ведь в тот занорыш мог въехать КамАЗ. Да, и все. Кристаллы-то были, это самый там небольшой у них музей, они были до метра. И представьте себе полость, набитая этими марионами, полевыми шпатами, клевлендитом, этим адуляром, и все это унизано этими марионами и топазы на шпат. Красиво, конечно. Да КамАЗ мог ехать. Но я вот в Заполярье был, в хрустальных погребах. Это примерно пустота с мой дом. А вот на днях показывали, вчера Балбанью показывали речку, поэтому Тревел, Москов Тревел, для англичан, для всего мира. 20 миллионов смотрит этот канал.